Заливные пироги – это моя любовь. Никаких хлопот с выпечкой, и порой она получается вкуснее, чем сложные тарты. Да и признаться честно, дети тоже едят их с большим удовольствием. Одни сплошные плюсы, правда? Будем готовить. Сливы для пирога выбирайте плотные и вкусные. В дополнение к сливам можете добавить каких-либо сезонных ягод. Рассказываю, как приготовить заливной пирог со сливами. Мука пшеничная – 200 грамм. Сахар – 200 грамм. Сметана – 200 грамм. Яйцо куриное – 5 штук. Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка. Слива – 500 грамм. Масло растительное, по вкусу, для смазывания формы. Сахарная пудра, по вкусу, для подачи. Количество порций – 10-12. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сливы помойте и обсушите. Яйца взбейте миксером с сахаром до пышной белой массы. Затем добавьте сметану и взбивайте еще пару минут. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в массу. Должно получиться довольно жидкое тесто. Форму диаметром 26 см смажьте растительным маслом и вылейте в нее тесто. Сливы очистите от косточек, нарежьте небольшими кусочками и равномерно выложите на тесто. Выпекайте пирог 40-45 минут при температуре 180 градусов. Затем остудите и аккуратно достаньте из формы. Перед подачей украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!